Интернет-магазин Good Steam. Лицензионные компьютерные игры по самым доступным ценам. Магазин является официальным партнером с компанией 1С Soft Club. На все игры пожизненная гарантия. Ежедневные акции, конкурсы, раздач. Система накопительных скидок. Имеется своя группа ВКонтакте. Также здесь проводятся интересные рандомы предметов по CSGO и не только. Можете испытать удачу и выбить себе классный ножик. Промокод на скидку всем подписчикам вы найдете в описании. Привет всем зрителям и подписчикам моего канала. С вами Акул, Пика и Нурс. И сегодня будем открывать кейсы. Хромокейсы, ловить ножичек. Да. Вот, в общем, давайте. 10 кейсов открою, больше не буду. Потому что я хочу растянуть на много серий. В общем, бла-бла-бла. Давайте начнем открывать и... Первое открой. Ты знал, что здесь шансы падения ножа больше? Самый первый. Шансов падения, да? Самый первый ножа больше, чем во всех. Поехали, первый нож пошел. Открываем. Я думаю, что это выпадет. Что? Здесь может выпасть король драконов, покойника, ВП боец, щелкунчик и ножик. Поехали. Первый нож пошел. Сейчас вообще хз. И пролетел драгон. Да будет скал. А, нормально. Ну так, дерьмо, конечно, но хоть это. Такая херня. Малахит. Я Никита, любимый камень малахит. Так. Типа с камеди. Как пишется хромокейс? Так и хромокейс пишется по-русски. КХ. СХ. Да ё-моё. Да ё-моё. Как пишется хрома? Бомж. Ой, бомжа. Хромированный. Ладно, давайте открывать второй кейс. Поехали. Второй кейс мы открываем. И выпадет пожалуйста, дигл. Пожалуйста, я хочу ножик. Пожалуйста, прямо сейчас дай мне ножик, пожалуйста. Дигл, я хочу дигл. Давай, ножик. Ну опять драгон, два драгон кнайта пролетело. И смертельный яд. О, самый. МП-9. Ну, ничего, статрек. Почему тебе нечеткие пушки падают? А мне всякие М-ки, блин, кончено. Да. Мы только казахи над ней должны смеяться. Да как я неправильно написал, что ли? Хромированные кейсы или что? Я не понял. Я не понимаю, почему вот так вот все по новизне. Так, открываем третий кейс, хромированный третий кейс. И, пожалуйста, гей, принеси мне хотя бы статрек картель. Ладно, или статрек драгон. Хотя бы, да. Мне его подал, кстати, драконов. Да? Король драконов. Вчера, да, я его продал. Найс. Поехали. Хотя бы двойные эти пистолеты выводить хотя бы. Пожалуйста. И это, о боже мой, блокировка. Мать твою. Вагбан. Тупая блокировка. Ну, красивый, конечно, но, блин, я им не пользуюсь. Третий кейс, да. Итак, четвертый кейс мы открываем. Пожалуйста. Я хочу что-то классное, пожалуйста. Ножик. Я хочу по 250. Я хочу ножик. По 250 пролетело и опять... О, боже мой, мать твою, блокировка опять. Да, 155 рублей просто. Не, даже 200 рублей в никуда. Вот понимаете, 1000 рублей я потратил, чтобы... А, нет, подождите, сколько? Сколько я рублей потратил? 500 только, по-моему. 5000 рублей. Пятый кейс сейчас открываем, да? Значит, сейчас 500. Сейчас открываем пятый. Подожди. Не путай меня. Четвертый. Сейчас я... Вот, видишь? Пятый. Видишь, пятый будем открывать. Я же сказал четвертый. Итак, мы открываем пятый кейс. Пятый. И в пятом кейсе нам выпадает... М-ка улетела. О боже, сколько блокировок. А? Посмотри. О боже мой. О есть, боже статрек. Мой. Статрек! Да, ртуть есть. Статрек. У-у-у! Как это классно, но она дешевая, как дерьмо. Так, поехали, шестой кейс. Быстренько открываем. И в шестом кейсе мне пролетел статрек какой-то. Две эмки. Чуть-чуть, да. Кто-то кратил в склоку. Да, ну он статрек был. Ой. Так. Раки, Диман. Мы записываем спокойно. Мы записываем, да, Диман, спокойно. Так. Итак, седьмой кейс открываем. Дося ворвался. Дося, скажи, что мне может выпасть в кейсе седьмом? Ножик может выпасть? Хуйца. Окей. Да, Дося сегодня в ненастроении. И Дося, через Дося открываем этот кейс, и Дося нам приносит. Ну ясно. Боже мой, да. Дося не сглазил, реально, он угадал. И открываем восьмой кейс. Давайте. Ну, скажи, что там выпадет.
Ты наведи на нож и вот так, вот, и обводи его так. Пожалуйста, пожалуйста, я хочу ножик. Я прям вот ни разу нож я не упадал, я хочу ножик. Я обводи, обводи, о. А, вот так? Двойный пистолет. А, статрек, двойный пистолет. Боец пролетел, мать твою. Опять смертельный яд. Заебись. Их три подряд. Да, три подряд, просто охренеть. Смотрите, сколько у меня есть? Три смертельных яда и два блокировки. Угу. Заебись, нормальные пушки вообще не выпадают. Потом сходу тогда в этот закинь 10 пушек. Так, 8, 9, 9 кейс открываем, и Дося сейчас скажет свое слово, Дося. Что все мне нормально, выпадет? Все нормально. Все нормально будет? Окей, давай. Ну-ка, ну-ка. Досян, давай, Досян, Досян, давай. Досян, давай! Давай! Ай-яй-яй, нет, нет. Боже мой. Блин, я думал это статрек. Я нос до трек, ё-моё. Слышал, Дося? Дерьмо. Да. Чуть-чуть. Фу, 9. 10. Что сейчас будет, Дима? 10. 10, фу. Давай, Дося. Дося. Да ё-моё, да чтоб тебя. Нормально, скажите, что... Нет, я верю, что вот в этом кейсе будет нож. Боже мой, сколько статрека пролетело. О, нет, нет. Опа. Опять четвертый смертельный яд. Так, может, еще один? Да. Нет, с вами была Кова, в общем... 10 пушек закинь в обмен. Боже мой. Дайте мне до конца ролик снять. Нет, нет, нет. В общем, еще один кейс окупил. С вами была Кова. Подписывайтесь на канал и увидимся в следующих кейс-опенингах. Пока, ребят. Пока. Да. С вами был Досит. Пока. Акула, открой для нас один.